Итак, дамы и господа, прошу обратить внимание на подгонку заполнения. Видите, зарезано все идеально. И, соответственно, потом идеальные права. Вот эта вот стропильная ферма, она арочная, длина у нее 7,5 метров. И подъем от лаги 150 сантиметров будет. То есть, когда это все дело соберется, это все дело никогда не упадет ни от какого снега. Вся лишняя масса будет с него просто сваливаться, а не лишняя будет жить всю зиму и войдет, сойдет весной в виде воды. Вот такие вот стропильные фермы мы делаем для наших заказчиков. Если вам тоже надо, обращайтесь, и вам сделаем.